Друзья, если вы ищете подарок близкому человеку, подарок интересный, подарок, который запомнится, можно сказать, памятный подарок, то вам лучше обратиться, конечно, к магазину «Купи сувенир», а точнее к компании «Artino SKS», немецкому производителю замечательной посуды из олова. Сейчас хочу вам показать вот такой вот для начала кейс, вот такую вот деревянную коробку. Со всех сторон вам покажу, поскольку текстура очень красивое дерево. Вот. Ограниченная партия, набор бокалов от компании «Artino SKS». Значит, вот они тут находятся. С ними есть вот такой вот сертификат качества на английском, немецком и русском языках. Вот, вот такой вот. Ну, вы его посмотрите, в общем-то. И два вот таких вот бокала. Бокалы, два бокала из олова, такой вот традиционный, такой, можно сказать, средневековой формы. Декор под стать тоже этой форме. Украшения, вот такой очень тонкий узор по бокам. Хорошо они отполированы. В общем-то, металл очень мягкий, поэтому я не рекомендую, в общем, использовать какие-то посудомоечные машины, абразивные моющие средства, царапать ножами, вилками. В общем, не стоит. Мягкая тряпочка, теплая вода, больше ничего, в общем-то, не понадобится. Вот, чтобы заполировать какие-то мелкие царапины, можно использовать даже сырой картофель и мел, допустим, как говорит интернет. Ну, там рецепта, в общем-то, навалом. Значит, бокалы, объем их, как утверждает производитель, 125 миллилитров. Ну, мне кажется, чего-то, что поболее будет. Вот, ну, тем не менее, достаточный такой вот объем, в общем-то, для распития вина, допустим. Именно по назначению можно использовать эти бокалы. Металл как специально создан природой для изготовления посуды, поскольку не несет ни запаха, не изменяет цвет, никаким другим способом не вступается в реакцию со своим содержимым. В общем-то, отличный подарок и вообще отличная вещь для, скажем так, практического использования. Спасибо.